Во-первых, хотелось бы сказать, что вода, поступающая к нашим абонентам и потребителям, она находится в надлежащем качестве, в надлежащем состоянии, и опасности для здоровья граждан за собой никакой не несет. Это первое. Второе, запах, появившийся в воде сейчас, связан с тем, что вода в реке Кубань имеет высокую температуру. И в связи с тем, что мы производим ионизацию для связи хлора с водой, появляется вот такой запах, речной, илистый, так как сам процесс ионизации, он способствует усилению этого запаха, потому что река Кубань имеет свой естественный такой запах. Соответственно, для населения опасности нет, но единственное, что мы можем принести извинения за временные неудобства, и мы прилагаем все усилия, чтобы к завтрашнему утру этот запах убрать.